Надо попасть на остров, пока реликвию не продали. Bededuk ani kayıt. Abes nefe. Держит ухо востро. На куски порву. Я верну позже. Да, ахо, сэкзерит. Кэп сэджэм. Ничего. Что ты? Мне нужна ваша помощь!
Искусанное яблоко? На месте сферы? Ха, вор тот еще шутник. Наемники. Но где купцы, что платили им за защиту? С аукциона кто-то бежал. Везли пленных. Этот умер раньше, чем они сели в лодку. Откуда лодка? Может быть, с пристани на том берегу? Торги были в разгаре. Когда пришли солдаты? Кто-то решил воспользоваться суматохой и украсть реликвию. Это был солдат или кто-то еще? Стражников убили, а торговцев взяли в плен. Затем пленников отвезли к святилищу Хатшепсут. В любом случае, реликвию стоит искать там. Я за подмогой! Тварь!
Сапахвет! Эмхане Хэтхэму! Убивал ради этой сферы. Где артефакт? Иди ко попу. Не стоит злить меня. Мой пес-племянник украл его. Но он не знает, где гробница. Так скажи мне. Спроси других. Они знают, где искать. Ты о ком? Кто был с тобой? Омой мое сердце и убей меня. А мне все равно конец! Нет. Эй, куда пошел твой племянник, а? После аукциона мои люди погнали его на запад. Надо было убить всю их семью. Они хотели донести...
Выходи, вор! Здесь? Никого, ничего, лишь мертвые. Для призрака ты слишком шумный. Ты вор с аукциона, которого я ищу. Нет, я не он. А аукцион? Раскаленное солнце пустыни ослепило твой разум, Нэм. Ты тот мальчик из доков? Сутех? Нет, да, то есть я никто, ничто. А ты кто? Паек! Прошу, оставь мне эту вещь. Моя мама, она так... Твои родители мертвы. Да, из-за нее. И если я отнесу ее в гробницу, Нефертити никого больше не убьет. Так чего не несешь? Мой проклятый дядя не сказал мне, где гробница. Он мертв. Да осветит Ра его путь. Отдай сферу. Я верну ее. Ты? Почему ты? Раньше я был Меджаем, мужем и отцом. Пол Египта я обогрел кровью тех, кто лишил меня этого. Все из-за такой же реликвии! Бери, бери. Я все понял. В чем дело? Мне показалось что-то не так. Ты обещал! Гробница Нефертити к западу от дороги, в долине. Ты же вроде не знал, где она. Это гробница архитектора. Я провел тут много времени и смог понять. Дядя мог послать туда людей. Но я знаю другой путь. Ты помнишь об обещании? Да. Чем займешься теперь? Найду работу, буду жить честно. И почему в это так трудно поверить? Линию! Держись за мной, Харри! Бежим! Гробница Нефертити. Осталось ли тут хоть что-то?
нет ни царицы, ни Фертити, ни сокровищ. Наши имена, Суи. Грех, грех! Ты не склоняешь голову! А я красный! А это земля мертвых! Убиваешь храма? Что это? Неужели Дуат? Если я верну реликвию в храм, дух Нефертити обретет покой. Yeah.
Ты женат, Сенни? Да, был. Теперь нет. Извини. Не хотел бередить твои раны. Жена упрекнула бы меня. Будь она здесь. Она прошла через зал двух истин, я уверен. Почему она не со мной? Даже ритуал Рен не сработал. Ты назвал ее имя? А вдруг я больше ее никогда не увижу? Вы воссоединитесь. Без единого изъяна и без пороков. Подле Ра. Так обещано. Может, в книге Врат? Там есть все, кто вошел. Но этот запретный кодекс тщательно охраняют в Доме имен. Если она здесь, я помогу вам. Возьми браслет. Она узнает. Пусть боги хранят тебя вечно, Сенни. Хлеб, благовоние. Я собрал все. Но ритуал не действует. Что это? Воистину волшебный зверь. Царица Нефертити, живая богиня, великая жена, владычица обеих земель, Нефер-Непруатон Нефертити. Черная земля омыта небесным светом солнечного тепла.
Суча!
Списки мертвых должны быть здесь. Клянусь.
Ее имя стало Инпу, когда она шагнула в Дуат. Это была воля Анубиса? Я проведу ритуал Хета с этим именем. Нужен хлеб и благовоние. Ритуальный хлеб для церемонии Рен. Нужно еще. Ритуальный хлеб для церемонии Рен. Нужно еще. Надо найти жаровню для ритуала. Вот и благовоние.
Что тебе?
Петру! Петру!